Еще раз добрый день. Я думаю, что мы будем потихоньку начинать. Любые гости, которые после еды захотят к нам присоединиться, как говорится, you're welcome. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну что, всем здравствуйте, я так понимаю, все готовы. Еще раз добрый день, или Русбехейр. Меня зовут Илья Петренко, я представляю телеканал Russia Today. Первый раз выступаю в роли модератора. Спасибо большое, для меня это почетно. Спасибо большое иранской стране, которые предоставили площадку для этого форума. Спасибо Росконгрессу. И всем добро пожаловать на круглый стол «Промышленное сотрудничество как драйвер инновационного развития Ирана» при поддержке Министерства промышленности и торговли России. Насколько мне известно, здесь, в Иране, в связи с отменой ряда санкций, многие были полны энтузиазма и оптимизма. Различные страны сейчас проявляют большой интерес, хотят участвовать в индустриализации Ирана, хотят инвестировать в эту республику. Тем более, поскольку на себя обращает план пятилетний развития Ирана вплоть до 2021 года, насколько мне известно, в нем предполагается модернизация реального сектора экономики, в том числе за счет либерализации экономики, приватизация с участием международных инвесторов. И основной вектор – это наукоемкие отрасли. Что касается последних соглашений, как и внутри ОПЕК, так и вне ОПЕК, вот господин Заманиня сказал, что буквально вот я прочитал об этом сегодня в иранских газетах, что инвестиционный потенциал двух стран после последних соглашений сразу вырос на 2 миллиарда долларов. В связи с этим давайте поговорим о том, как Россия, какие перспективы у российских компаний есть на иранском направлении, какие экспортные возможности российских производителей и какие шаги требуется предпринять для увеличения товарооборота, для увеличения взаимных инвестиций. Еще раз приветствую всех участников. Я так понимаю, поскольку мы задержались из-за более длительного пленарного заседания, мы с вами будем разговаривать чуть меньше. Давайте условимся, что каждый, наверное, около 7 минут будет говорить. Мы начнем с господина Ахмадреза Алей, который является заместителем вице-президента Исламской Республики Иран по международным отношениям. Насколько я знаю, вы мне вот сообщили, что вы не раз были в России, так что я предполагаю, что вам много чего есть сказать по этому поводу. Пожалуйста. Во имя Бога милости и милосердного, я хотел бы всех вас поприветствовать, уважаемых участников заседания. Как было сказано, тема сегодняшнего заседания – драйвер развития, экономического развития с учетом развития Ирана. Дело в том, что Россия является стратегическим партнером для Ирана. Это две страны, которые имеют достаточно давнее сотрудничество, давнее взаимодействие. Я в качестве представителя организации по научных и информационных технологиям, который является вице-президентом страны, учитывая того, что эта тема является прямое отношение к нашему сегодняшней секции, хотел бы сказать несколько слов касательно структуры комиссии по инновационным технологиям Ирана и России. Это в точке зрения формы и модели, она является, как Российская комиссия в прошлом году начала свое функционирование данной комиссии. Один из главных моментов экономического сотрудничества между двумя странами – вице-президента Ирана и вице-премьер Российской Федерации господин Рогозин и господин Саттари, вице-президент Ирана –
они создали высший совет, высшую комиссию по технологическому сотрудничеству между двумя странами. И сегодня работа этой комиссии в различных направлениях в области технологии развивается. Ну, в качестве примера хотел бы привести, что значит, основной задачей этой рабочей группы или комиссии, чтобы было понятно для всех, что они специализированы. Это специализированная рабочая группа в рамках этой комиссии работает. Первая – это рабочая группа нанотехнологии, биотехнологии, когнитивизма, вот, меганаук, университетское сотрудничество, энергетическое сотрудничество, региональное сотрудничество и также сфера. Хотел бы сказать уважаемым друзьям, коллегам и других направлениях. То есть у нас 10 рабочих групп, основных я уже обозначил, озвучил. Наша работа выстроена так, что в всех этих областях, сферах, значит, одна из организаций конкретно занимается конкретной рабочей группой. И все взаимодействия, сотрудничество, те вопросы, которые поднимаются, в рамках этой комиссии проводятся. Эта комиссия провела 3 своих заседания, 2 заседания этой комиссии проводились в Москве. И в мае от текущего года в Москве проводилось, также в Тегеране проводилось заседание этой комиссии по научному технологическому сотрудничеству. Также сотрудничество, которое в рамках комиссии у нас существует, это то, что две государства должны способствовать, помогать реализации проектов. И отметить, что сегодня мы, я лишь свидетель того, что мы смогли, сейчас смогли содействовать реализации различных проектов. Мы также приняли решение, что в будущем создать некий такой фонд, фонд инвестиций. И до сегодняшнего времени у нас наблюдается и прогресс в различных сферах, особенно хотел бы отметить биотехнологии и фармацевтики. Это те сферы, которые у нас в рамках этой комиссии, этой рабочей группы у нас достаточно очень хорошо развивается. То есть экспорта из Ирана в Россию, фармацевтику, также и технологии из, получается, России в Иран. И, да, также я хотел бы, здесь могу также привести пример. Если кому будет интересно, уважаемые коллеги, которые хотели получить более дополнительную информацию касательно фармацевтики, как после нашей встречи, обязательно готов предоставить вам. Я просто хотел сообщить, что у нас очень все условия, почвы, все необходимые созданы, поэтому мы должны всех и направлениях взаимодействовать. Вот в сфере нанотехнологии мы сфокусировали все внимание и также на это. Я хотел бы сказать следующее, что проинформировать уважаемых коллег, что Иран занимает 6-ю строку в тех 6-ю строку в мире занимает по в области нанотехнологии. В чем проблема? Сейчас слышно? Слышно? Перевод есть? Перевод есть сейчас? Нам помочь, потому что у меня тоже возникли проблемы с устройством. Перевод слышен? Сейчас слышен перевод? Мы поднимем руку, кому помощь нужна. Вот мне в том числе помощь нужна. Почему-то у меня устройство работать перестало. Да. Сейчас слышно? Unfortunately, it stopped. Сейчас слышно? 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 So, if there's any technical personnel here who can help us with that. دوستان اگر کسی هستن در بخش فنی کمک کنین مشکل حل شه. 6 نفر از сейчас ничего не слышно, да?
Можно попросить переводчиков поговорить, чтобы было понятно, раз, меняется два, три, что-то или нет? Раз, два, три. Слышно? Раз, два, три, четыре. Спасибо. Есть перевод, да? Так. Перевод есть? Сейчас, одну минуту. Одну минуту. Есть перевод, да? Сейчас есть, пока есть. Дам. Есть. Сейчас все нормально, давайте. Я приношу свои извинения, я должен все-таки повториться. Я для своих иранских коллег это будет повтор. Во всяком случае, хотел бы еще раз повториться, чтобы мои коллеги... Я хочу еще раз представить себя. Я представляю организацию. Руководитель организации является вице-президентом страны по инновациям и технологиям. Сейчас есть звук, да? Звук есть. Мы работаем в области инновационных технологий. Отрадно отметить, что Россия является одним из важных наших партнеров, что тема по области инновационных технологий занимает очень важную нишу в наших сотрудничестве между нашими двумя странами. Мы в нашей организации, мы сейчас конкретные соглашения и сотрудничество в области технологий. И с точки зрения глубизны сотрудничества, Россия занимает первое место в сотрудничестве и сотрудничество в области инновационных технологий между Россией и Ираном находится на высоком уровне. Хотел бы конкретно говорить о структуре, структуре, которую мы создали. То есть это высшая комиссия по инновационным технологиям между Россией и Ираном. Это что-то наподобие межправительственной комиссии. Естественно, межправительственная комиссия охватывает достаточно очень много областей, направлений, связанных между двумя странами. Но наша комиссия занимается больше научной и технологическим направлением. В историческом плане дело в том, что в прошлом году начала работать эта структура, то есть с иранской стороны вице-президент страны по инновационным технологиям господин Сатари является, и с российской стороны господин Рогозин, заместитель председателя правительства Российской Федерации, является руководителями комиссии обеих сторон. У нас в этой комиссии 10 рабочих групп создано, что охватывает различные аспекты научного и технологического сотрудничества. В этой комиссии мы работаем, у нас есть механизмы в двух странах, которые мы могли бы заниматься продвижением реализации в области биотехнологии, нанотехнологии, когнитивизма, ICT, университетское сотрудничество, региональное сотрудничество. Вот и все темы, которые мы с ними в рамках вот этой комиссии, мы ведем нашу совместную деятельность. Отрадно, что все эти тематики в рамках вот этой комиссии работают. Поэтому мы приняли решение, чтобы создать такой финансовый фонд, чтобы в рамках финансового фонда те проекты, которые между двумя странами в этих направлениях будут определены, чтобы мы оказывали их финансовую помощь, чтобы реализовали. Отрадно, что 3 заседания этой комиссии, рабочей работы комиссии проводились. 4 заседание пройдет в Тегеране. И если, уважаемые коллеги, у них будут предложения во всех тех направлениях, которые я озвучил, мы будем рады заниматься вот этими вопросами, чтобы между двумя странами в этих направлениях мы смогли развивать наши отношения. То, что касается биотехнологии в рамках и определения, которые есть в рамках этой комиссии, заключается в том, что у нас сотрудничество в области фармацевтики и биотехнологии. Это первое. В рамках этой комиссии мы обсуждаем ту тематику, что технологию передать из Ирана в Россию в области биотехнологии и фармацевтики, также из России и в Иран. Дело в том, что то фармацевтическая продукция, которая производится в Иране, экспортируется в Россию и наоборот. И есть фармацевтическая продукция, которая из России экспортируется в Иран, также и технологии. Также в рамках этой рабочей группы ведем переговоры о том, чтобы
чтобы синхронизировать или сблизить стандарты области фармацевтики, медикаментов между двумя странами, что если какой-нибудь медикамент, который проводится в Иране, чтобы также его принимали в России, наоборот. И сотрудничество между Россией и Ираном в области информационных технологий. Я думаю, что именно сотрудничество в области инновационных технологий могут быть локомотивами в продвижении и развитии экономического сотрудничества между двумя странами. Мы очень надеемся, что вот структуру, которую мы создали, можем его распространить и развивать в других направлениях сотрудничества между нашими странами. Также мы надеемся оказать поддержку и частному сектору. У нас структура государственная, но механизм наш заключается в том, чтобы мы для нас стержневым приоритетом все-таки частный сектор должен быть, что мы должны оказать поддержку частному сектору, чтобы они, значит, влились и активно участвовали вот в этих проектах между нашими двумя странами. Огромное спасибо. Спасибо большое, господин Лаим, за то, что повторились и углубились. И спасибо господину Гиафе за то, что обратил внимание на то, что перевод у нас, с ним проблемы возникли. Я хотел еще раз просто удостовериться, с переводом сейчас у всех все в порядке? Спасибо. Для тех, кто только что пришел, я напоминаю, что у нас сейчас проходит круглый стол «Промышленное сотрудничество как драйвер инновационного развития Ирана» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. А сейчас я хочу передать слово представителю госкорпорации Ростех Виктору Николаевичу Кладову. Он там выполняет много работы как директор по международному сотрудничеству и региональной политике. В этом случае, как если не у него, спросить о сотрудничестве с Ираном? Пожалуйста. Большое спасибо. Корпорация Ростех давно и серьезно сотрудничает с нашими коллегами Исламской Республики Иран. У нас большое количество направлений сотрудничества в самых высокотехнологичных областях промышленности, в области инновационного развития. Надо сказать, что структуру экономик наших стран очень похожи. Да? Большую роль играет нефтегазовый сектор и в одной стране, и в другой, и перед обеими странами стоит задача диверсификации экономик, переход на путь инновационного развития. Мы здесь естественные партнеры. О целом ряде направлений говорилось на пленарной сессии, в частности, наш замминистра промышленности Георгий Владимирович Коломанов упоминал такие проекты, как вертолетные проекты, автомобильные проекты. Это все проекты корпорации Ростех в Иране, в частности, по линии нашей дочерней компании «Вертолеты России» мы сотрудничаем и в области текущей модернизации. Мы разговариваем с иранскими коллегами о том, как поддерживать тот флот вертолетной авиации, который российского производства, который действует сейчас в Иране, он нуждается в запчастях, обслуживании, сервисе, модернизации. На нас произвело огромное впечатление техническая оснащенность иранских предприятий, соответствующих профильных, и высокая квалификация иранских инженеров и техников. Это очень достойный уровень. Иран самостоятельно поддерживает эксплуатацию 14 типов вертолетной техники, которые производятся в различных государствах мира. Соответственно, мы готовы сотрудничать в области поддержания эксплуатации российской вертолетной авиации, но не только. Есть у нас проекты и новые, проекты поставки вертолетов медицинских для общества Красного полумесяца, проекты создания нового легкого вертолета на базе российской ANSAT. Вот в эти дни на полях межправкомиссии консультации между специалистами вертолета в России и иранскими коллегами
по этим темам проходят. Что касается автомобильной техники, наше крупное российское предприятие КАМАЗ еще в 2007 году открыло здесь сборочное производство в Тебризе. По ряду причин не пошел в то время этот бизнес. Сейчас сертифицированы новые КАМАЗы стандарта Евро-4, которые подходят именно к горнорудным условиям иранского рынка. И мы надеемся на скорейшее возобновление сборочного производства. Есть здесь рынок и для российских легковушек, автовазов. Хотя Иран производит вполне добротные свои автомобили. Кроме того, кроме этих двух вышеназванных направлений, очень крупный проект, это проект строительства теплоэлектростанции в Бандарабасе. Это громкий проект, все, наверное, слышали, 23 ноября прошлого года в присутствии президента Путина здесь был подписан многомиллиардный контракт на строительство двух теплоэлектростанций, модернизации еще двух. На первом этапе речь идет о строительстве четырех блоков по 350 мегаватт, и впоследствии еще блоков, еще шесть блоков будут модернизированы. Проекты эти комплексные, это технологии не старые, а совершенно новые технологии. Они идут с сероочисткой, а также с производства очищения, опреснения воды там до 200 тысяч тонн. То есть такое, это и электричество, и тепло, и производство воды, и сероочистка. То есть это зеленая технология, чистое производство. К сожалению, год ушел на решение вопросов финансирования. Как известно, Россия предоставила кредит государственный Ирану. Однако для того, чтобы этот кредит дошел до потребителя, необходимо было создать механизм финансово-кредитный. И вот наши правительственные учреждения, два министерства финансов, наконец-то договорились, и сегодня на полях межправкомиссии замминистра финансов России Сергей Старчак и его иранский коллега подписали соглашение об открытии кредитной линии для строительства теплоэлектростанций и электрификации железных дорог Ирана. Это очень радостная весть для всех нас. Значит, проект переходит в стадию практического уже воплощения. Есть у нас также проекты по линии объединенной двигателестроительной корпорации. Это строительство газоперекачивающих станций, это строительство газогенераторных станций по линии предприятия ОДК «Сатурн газовые турбины». Есть ряд целых других проектов. В последнее время мы уверенно движемся в области новой экономики. Это цифровая экономика, информационные технологии, информационная безопасность, создание электронных ключей, электронное правительство. Одна из наших IT-шных компаний уже заключила 4 соглашения рамочных с иранскими компаниями. Я думаю, что область информационных технологий – это большое поле для взаимного сотрудничества. И Иран, и Россия успешно развивают собственные электронные цифровые платформы, собственные приложения, собственные продукты, которые вполне успешно конкурируют с западными. Нам бы не хотелось находиться в какой-то цифровой зависимости от Запада, чтобы страны могли нас отключать. Вот. Мы бы хотели иметь информационную безопасность и готовы сотрудничать в этом с Исламской Республикой Иран. Еще одно очень многообещающее поле для сотрудничества, о котором мой коллега сейчас говорил, это биомедицина и фармакология. Иран добился впечатляющих успехов в области производства медицинских препаратов. Здесь есть препараты очень чистые, очень эффективные, которые не хуже западных, но дешевле.
в рамках Ростеха есть национальная иммунобиологическая корпорация. Нам есть что предложить иранским коллегам в плане вакцин. Но есть интересные препараты иранские, лицензионное производство которых мы хотели бы организовать в России. И в этом плане, мне кажется, поле для сотрудничества у нас очень большое. Мы с большим оптимизмом смотрим в будущее сотрудничества Ростеха и наших иранских друзей, наших коллег. Должен сказать, у нас работает в Иране очень сильное представительство. Вот я попрошу Александр Анатольевич Носарев, наш генеральный представитель Ростеха в Иране. Он говорит на прекрасном персидском языке, в совершенстве владеет фарси, у него хороший персонал сотрудников. Обращайтесь, мы будем рады любым контактам, рады любым проектам в области высоких технологий. Спасибо за внимание. Виктор Николаевич, спасибо. Я в очередной раз хотел бы обратить внимание к иранским коллегам нашим, что вот в лице этого человека у вас в вашей стране присутствует госкорпорация Ростех. Раз уж вы затронули вертолеты России, у нас здесь есть представитель этой компании, Максим Прохоров. Давайте ему дадим слово. Илья, большое спасибо. Уважаемые участники бизнес-форума, добрый день. Рад вас приветствовать от лица компании «Вертолеты России». Я представляю холдинг «Вертолеты России». Это компания, которая объединила под собой вертолетную промышленность Российской Федерации. Компания «Вертолеты России» входит в госкорпорацию «Ростех». Виктор Николаевич Кладов уже упомянул вертолетную тематику. Я постараюсь ее раскрыть более широко. Несмотря на то, что зал стал немножко поредел, да, но тем не менее во время пленарного заседания очень приятно было видеть достаточно большое количество представителей авиационного сообщества и государственных органов, которые определяют основные направления и тенденции развития авиационной отрасли в Иране. Как известно, уровень развития авиационной индустрии страны во многом является индикатором развития технологий и промышленности в государстве, индикатором отношения государства к развитию наукоемких отраслей, подготовки кадров и в целом определяет наличие благоприятного климата для инвестиций в высокотехнологичную отрасль. К примеру, санкции, которые были введены западными странами в 1979 году, поставили Иран в довольно тяжелое положение, в частности авиационную отрасль. Сотни самолетов и вертолетов были под угрозой остановки их эксплуатации. Однако слаженная работа государственных предприятий Ирана, которые отвечают за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт вертолетной техники и вообще в целом авиационной техники, позволили организовать и эксплуатацию, и обслуживание авиационной техники на достаточно высоком уровне. В Иране эксплуатируется как западная вертолетная техника, так и российские вертолеты. На сегодняшний день в Иране зарегистрировано более 50 вертолетов российского производства. В большинстве своем это вертолеты типа Ми-171, которые используются как государственными ведомствами, так и коммерческими операторами. Как и в других странах данного региона, российские вертолеты в Иране зарекомендовали себя как, в первую очередь, как безотказная, надежная техника, которая позволяет выполнять задачи в условиях высоких температур и высокогорья. И при этом, благодаря работе, которую мы сейчас проводим с компанией Панха, можно с уверенностью сказать, что после продажного обслуживания всего парка вертолетов Ми-171 выходит на новый уровень. При этом потенциал, который заложен в конструкцию вертолетов Ми-171,
позволяет использовать новейшие технологии для реализации программ модернизации. Это и установка более мощных двигателей, это и цифровые автопилоты, и новейшая авионика, которая на цифровой элементной базе построена. Все это в комплексе позволяет вертолеты семейства Ми-171 использовать как современные машины для решения самого широкого круга задач. В этом мы видим потенциал на краткосрочную перспективу. Вообще, в целом, развитие сотрудничества вертолетов России с иранскими операторами вертолетной техники является одним из приоритетных направлений деятельности компании «Вертолеты России». В этой связи холдинг предлагает к поставке в Иран наиболее современную вертолетную технику, а также стремится улучшать и наращивать спектр услуг по послепродажному обслуживанию вертолетов российского производства, которые эксплуатируются в Иране. Продолжающиеся поставки новой вертолетной техники в интересах операторов Ближнего Востока являются дополнительным подтверждением заслуженного качества российских вертолетов, которые способны выполнять свои задачи зачастую в сложных условиях, высокогорья, высоких температур. Данное обстоятельство говорит о доверии эксплуатантов к российской технике. Сегодня холдинг «Вертолеты России» также работает над развитием новой линейки вертолетной техники, таких как «Ансат», вертолет Ми-38, К-62, да, и проводит работу над модернизацией серийно изготавливаемой вертолетной техники. Примером глубокой модернизации вертолета семейства Ми-17 стал вертолет Ми-171А2. Сейчас мы уже на финальном этапе завершения, на финальном этапе испытаний данного вертолета, и мы планируем в 2017 году уже завершить испытания и окончательно сертифицировать этот вертолет на соответствие требованиям авиационных правил. Мы убеждены, что в связи со значительным улучшением ресурсных характеристик данного вертолета и летно-технических характеристик данная модификация вертолета Ми-17 найдет отклик и среди иранских покупателей. Ну, пару цифр для примера. Вот вертолет Ми-17, Ми-171 с крейсерской скоростью 250 км в час вот при установке только композитных лопастей на этот вертолет мы сумели достигнуть скорость 305 км в час. Это только всего лишь как бы один показатель, который я привел в качестве примера. В целом комплекс модернизации состоит из десятков различных наименований. В декабре 2015 года вертолеты России получили сертификат типа на транспортный многоцелевой вертолет средней грузоподъемности Ми-38. Данный вертолет несколько больше, чем вертолет Ми-171, но при этом это новая разработка, которая соединила инновационные технологии и лучшие достижения российского вертолетостроения. Линейка легкой вертолетной техники представлена вертолетами «Ансат» и К-226Т. Уже сейчас вертолет «Ансат» используется в России для обучения летного состава государственных ведомств. Также планируется, что на базе вертолета «Ансат» будет реализована масштабная государственная программа развития санитарной авиации. В целом, вертолет «Ансат» является современным средством для выполнения медико-эвакуационных работ, пассажирских перевозок и поисково-спасательных работ. Другой вертолет К-226Т, пару слов о нем скажу. К примеру, Минздрав Ирана проявил достаточно сильный интерес к данному вертолету. Этот вертолет с авосной схемы, за счет отсутствия рулевого винта вся мощность от двух двигателей направляется на создание подъемной силы данного вертолета. И в ходе испытаний в Индии он с легкостью перелетал Гималаи, при этом достигая высоты 7200 метров. Это достаточно серьезный показатель для вертолетной техники, особенно легкого класса.
Ну, как результат, индийская сторона определила данный вертолет в качестве приоритетного в своем тендере, и сейчас размещен заказ на 200 вертолетов. Уважаемые коллеги, в заключение хочу пожелать удачи в работе на данном форуме, удачных встреч и переговоров, и подтвердить от имени холдинга «Вертолеты России» заинтересованность в развитии плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Считаем, что многолетний опыт эксплуатации российских вертолетов в Иране, подготовленные кадры, система технического обслуживания и ремонта, и, что самое главное, репутация российских вертолетов вкупе с новейшими разработками и технологиями может послужить прочным фундаментом для реализации стратегических и долгосрочных проектов между Россией и Ираном. Большое спасибо за внимание. Вам большое спасибо. Это был Максим Прохоров, руководитель департамента развития бизнеса холдинга «Вертолеты России». Спасибо еще раз. Я бы сейчас хотел услышать речь господина Гадира Гиафи, который является вице-президентом Ирано-Российской торговой палаты. Насколько я знаю, вы недавно были на бизнес-форуме в Москве в мае, и тогда вы говорили о большом нереализованном потенциале. И подобные слова мы уже слышали здесь, на форуме в Тегеране. Что нужно сделать, чтобы о большом нереализованном потенциале говорить уже не приходилось? Пожалуйста. Во имя Бога милостивого и милосердного приветствую уважаемые друзья, которые сегодня здесь присутствуют. И присутствуют здесь и поддерживают нас. Я хотел бы свое выступление разделить три части. Первое — это то, что господин Кладов касался очень важного момента, важной темы. Мы этого вопроса с трибуны слышали про этот вопрос. Это структура экономики двух стран. Вчера я был в одной телевизионной программе, я упомянул о том, что структура экономики двух стран очень похожи, потому что являемся экспортерами различных продукций, и, значит, полезные ископаемые, и также химическая промышленность, Россия и Иран. И Россия, и Иран, если мы сравним с другими странами, которые являются потребителями, у нас с ними очень хорошее взаимоотношение. Но, однако, в течение вот последних лет воли глав двух стран на протяжении последних лет объем товарооборота 1,5 миллиарда долларов, поэтому все это возвращается к той структуре, которая у нас сейчас есть, экономическая. Поэтому и второе — это отсутствие знания области тех потенциалов, возможностей, которые есть в наших двух стран. Этот вопрос пока не нашло своего решения. В рамках форума, предыдущего форума и сегодняшнего заседания мы видим, понимаем, что мы не имеем полной информации о тех возможностях, потенциалах, которые обладают две страны. Самое важное, что две страны, частный сектор двух стран, должны прилагать максимум усилий того, чтобы представить, рассказать экономические, значит, потенциалы, возможности двух стран друг другу. А то, что касается нашего сотрудничества, нашей деятельности, как мы можем увеличить сотрудничество? Первое, это путь проходит через взаимные инвестиции. К сожалению, на протяжении последних лет в области взаимных инвестиций мы не смогли найти общий путь и общий язык. Мы можем в различных направлениях взаимодействовать, сотрудничать. Мой коллег из организации по инновационным технологиям говорил о тех возможностях,
которые у нас есть, биотехнологии и так далее. То, что касается полезных ископаемых, горнорудных, потому что у нас очень хорошие возможности для того, чтобы наши российские коллеги знали, Иран, 7% территории Ирана только проводились, значит, проводились бурения, имеется в виду для извлечения полезных ископаемых. Я сейчас коснулся полезных ископаемых, потому что есть как организация, компания, которая непосредственно, я курирую их деятельность, работает именно в этом направлении. Ну, невзирая на то, что очень много значимые проекты работы проделаны между нашими двумя странами, мы сегодня в различных местах, то есть в предыдущем правительстве Ирана, мы хотели получить технологию. Во время Советского Союза мы хотели у них получить технологию. Тогда в Советском Союзе тогда нам помогли, мы с ними сотрудничали по предоставлению технологии. И я думаю, что есть то, что касается полезных ископаемых, то, что касается бурения, добычи, я думаю, что или же ДЗЗ, если не ошибусь, на русском языке, в области то, что касается горно-рудной промышленности, то, что касается полезных ископаемых, эти направления, которые мы можем работать, сотрудничать. Я думаю, что из России, по-моему, сегодня не касались этих вопросов. Вот господина Кладов и сферы его деятельности, также Рустех, эта тема должна тоже выходить в структуру вашей организации. Если возможно, чтобы мы могли бы сотрудничать, то, что касается добычи, то, что касается создания промышленности, сотрудничать с Россией, с полезных ископаемых является очень важным направлением. В области полезных ископаемых мы в протяжении нескольких лет мы должны были 51 миллиард долларов вложить в эту сферу. Вторая тема, которую я хотел бы проинформировать своих коллег, по производству металла мы должны увеличить нашу долю до 55 миллионов. Поэтому для этого должны быть инфраструктуры необходимые. Поэтому мы должны посмотреть на перспективу, то, что касается нашей продукции, вот в области металла и железа, мы должны смотреть дальше, чтобы экспортировать в другие страны. Поэтому если российская сторона, если будет уделить внимание этому вопросу, также, что вы смогли с нами сотрудничать в области создания строительства портов, либо передачи технологии или оборудовать, имеется в виду, иранских портов для экспорта этого вида. Я думаю, что Россия может играть также важную, значимую роль в экономике именно в сфере полезных ископаемых горно-рудной промышленности Ирана. Я думаю, что также и передача технологий из России в Иран. Вторая, последняя тема, которую я хотел бы касаться, это тема, которая тоже курируется мной и моей организацией. Это касается различных, значит, компонентов нефти и газа. Господин Кладов говорил касательно стандарт производства нефтепродуктов. Я хотел бы сказать, что сегодня в Иране то, что касается производства кутулистов, мы можем взаимодействовать, сотрудничать, наши иранские компании заинтересованы в этом.
И хочу сообщить, что Иран 8 лет назад технологии GTL, значит, сегодня в Иране, сегодня в эти технологии у нас имеется, поэтому, учитывая того, что Россия имеет огромные запасы газа в отдаленных точках России находится, я думаю, что использование технологий GTR, который позволяет, значит, позволяет создавать, значит, заводы производства, значит, производства нефти, я думаю, что эти технологии можно будет использовать. Я думаю, что эту технологию мы можем развивать. Поэтому я не хотел больше занимать больше вашего времени. И я думаю, что если будут вопросы, мы, естественно, готовы их обсудить потом. Также увеличение, значит, увеличение роста товарооборота между нашими двумя странами, то, что касается таможенных вопросов, то, что касается торгового оборота между двумя странами, все эти вопросы вчера обсуждали, мы очень хорошо проинформированы, и поэтому мы должны прилагать усилия. Уважаемые друзья, 13-я совместная комиссия, межправкомиссия, по воле Всевышнего прошло, и мы еще раз поднялись на сцену и подписали все документы. И мы все друг друга хвалили. Да, мы говорили комплименты друг другу, мы улыбались друг другу. Я не знаю, что после то, что 13 заседаний комиссии прошло, но мы сейчас находимся в цифре меньше 2 миллиардов долларов. В чем же проблема? Проблема в том, что частный сектор двух сторон не знает, не имеет информации касательно потенциалов возможностей. И еще хотел бы упомянуть, что те проблемы в области банковской сферы, которые мы знаем. Огромное спасибо за то, что выслушали меня. Огромное спасибо вам. Я думаю, что ваш рассказ, безусловно, будет очень интересен вашим. Ну вот хорошо, Виктор Николаевич хочет что-то сказать. Пожалуйста, конечно. Я благодарен господину Гиафе за те темы, которые он поднял здесь. Я бы хотел дополнить немножко. Очень хорошо, что подняты темы, где мы еще не дорабатываем. Это правильно, мы очень много друг друга хвалим. Действительно большой прогресс за год и прекрасно прошла межправкомиссия. Но нужно концентрироваться на тех областях, где мы еще не дорабатываем, где нужно двигаться вперед. Вот, к примеру, есть рудник в Мехдиабаде, да, мы в свое время организация Гипроцветмет, там есть проект освоения этого родника, и мы несколько раз приступали к этому проекту, и каждый раз стопориться, потому что там структура собственности, какую-то долю, 10 или 15% имеет одна австралийская компания, и поэтому это не позволяет юридические вопросы решить. Значит, их нужно решать, эти вопросы. И мы возьмемся за этот проект. Еще одна тема, поднятая коллегам, тяжелая металлургия. Знаменитый Исфаханский комбинат был модернизирован с помощью организации «Тяжпромэкспорт», которая входит в Ростех. Это мощнейшая компания. У нее есть проект развития производства металла в Иране, и она готова зайти, более того, Исфахану эти технико-экономические обоснования передавались, но ответа мы от коллег не получили. При наличии интереса мы готовы работать хоть завтра. Более того, я вам скажу, Тяжпромэкспорт освоил уникальную инновационную технологию RawMelt. Это прямое получение из низкосортной руды железа, минуя все доменные циклы. Это не лабораторная технология. Сейчас в Мьянме построен завод. Я говорю это не со слов,
являлся председателем совета директоров этого тяжпромэкспорта, ездил туда трижды в Мьянму. Завод готов на 99%, и летом следующего года будет передан правительству Мьянмы. Тяжпромэкспорт готов по завершении строительства с этим уникальным многонациональным коллективом, а там есть специалисты не только российские, там приглашены лучшие менеджеры из многих стран мира, прийти в Иран и такой же завод здесь построить по новейшей технологии металлургического производства. Мы готовы к диалогу. Спасибо большое. Так, господин Геф, я тут что-то хотел ответить также, только коротко, пожалуйста. Я хотел бы поблагодарить господина Кладова. Хочу проинформировать его. Касается первого Махдиабада, что касается Махдиабада, я сам лично готов эту тему отследить. Вы передайте, чтобы либо вы, либо ваши коллеги со мной связались. И я с победителем тендера Махдиабада обязательно проведем переговоры, если есть возможность инвестиций или передачи и технологий. Если там будет возможность, я буду способствовать, чтобы это сотрудничество состоялось. И то, что касается приостановления железа. Я в качестве руководителя ассоциации железа Ирана здесь предлагаю и приглашаю ваших коллег, друзей, чтобы в форуме в Тегеране пройдет в январе. МАР является организатором тяжелой металлургии, железа. Они могут представить, презентовать свою технологию здесь. Здесь официально я приглашаю, мы готовы там организовать мастер-класса для того, чтобы они смогли представить свою технологию вот в рамках этого форума. Это два вопроса, которые здесь были озвучены господином Кладовым. Я предложил уже конкретные шаги, как все это реализовать. Я думаю, что взаимоотношения между частным сектором двух стран и промышленников, предпринимателей, мы должны вот этот потенциал, эту возможность представить, презентовать, рассказывать друг другу, чтобы мы, естественно, если все это сделаем, мы в протяжении двух лет мы будем свидетелями того рода между двумя странами в рамках 5-6 миллиардов долларов. В пределах вот этой суммы мы будем... Хорошо, господин Геффри, я так понимаю, что именно для таких вот вещей существуют подобные форумы. Я видел, там вот визитная карточка промелькнула. Вот. И помимо этого я хочу напомнить, что Росконгресс ведет трансляцию этой дискуссии у себя на сайте, и также вы на сайте потом сможете видео посмотреть. Еще раз спасибо. А сейчас я хочу передать слово Андрею Ухлину, руководителю департамента внешнеэкономической деятельности РОТЭК. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарю вас за возможность представить мою организацию РОТЭК, являющуюся одной из передовых компаний в сфере энергетического машиностроения России. РОТЭК, основной актив которой является Уральский турбинный завод, в настоящий момент занимает порядка 26% рынка паровых турбин в России и поставил оборудование в более чем 14 стран мира. В настоящий момент мы ищем выход и предлагаем свои услуги на территории Ирана и видим огромный потенциал этому сотрудничеству. В частности, сотрудничество в сфере энергетики, которое так продуктивно на настоящий момент складывается, этому показатель. Запуск строительства станции Бандрабас, как уже неоднократно упоминалось сегодня, а также сотрудничество в сфере нефти и газа. Наши страны имеют очень хорошо налаженные партнерские отношения в сфере энергетики. Тем не менее, я хочу отметить то, что энергетика – это критически важный элемент любого государства, и необходимо регулярно следить, поддерживать ее, потому что это является одним из решающих показателей развитости и благополучия страны. На базе энергетики существуют все главные ключевые предприятия и отрасли любого государства.
В частности, компания «Ротек» работает по разным направлениям в сфере энергетики. Как я уже упомянул, это парасиловые станции, парогазовые станции. В этом плане «Ротек» сотрудничает с группой компаний «МАПНЕ» и на постоянной основе работает с газовыми турбинами. Кроме того, «Ротек», как часть группы компании «Ренова», имеет такой актив, как «Хевел», занимающийся выпуском современных высокоэффективных гидроструктурных фотовольтаических модулей. И мы также предлагаем наши услуги на территории Ирана. Уважаемые коллеги, я благодарю вас еще раз за проведенные мероприятия, за уделенное внимание и состоявшийся диалог. Я искренне считаю то, что все возможности, все сотрудничество у нас будет налажено и будет складываться только в лучшую сторону. И желаю всем всего наилучшего. Спасибо. Андрей, спасибо большое. И, как говорится по-английски, the last but not the least, Алексей Гончаров, директор по развитию бизнеса, член совета директоров компании Трест Запсибгидрострой. Пожалуйста. Спасибо. Салам алейкум. Добрый день. Для меня большая честь быть здесь. Я бы разделил на две части свое выступление. Первое, это будет речь о моей компании, буквально пару минут. И вторая часть, чем бы мы могли быть полезны для иранских партнеров. Наша компания является EPC-контрактором, она предоставляет весь комплекс услуг от проектирования, поставки, строительства и ввода в эксплуатацию объектов. Компания была основана в 1977 году и все это время уделяла огромное значение научно-технической деятельности и опытно-конструкторским разработкам. Мы получили 24 патента в нашей сфере. Мы разрабатывали новые технологии, новые материалы в строительстве подпорных стен. Несомненно, новые материалы необходимы для развития экономики и вообще развития бизнеса в целом в любой стране. Наша деятельность распространяется на строительство берегоукреплений, портовых сооружений, транспортных и иных объектов. Среди наших заказчиков можно перечислить такие компании, как «Газпром», «Газпромнефть», «ТНК», «БП», «Тоталь», «Митсубиши Электрикс», «Сибур». Из последних объектов, наверное, интересные объекты реконструкции верфей для Объединенной судостроительной корпорации, строительство гидротехнических сооружений для «Росэнергоатома», для первой в мире плавучей атомной электростанции. Также объект на севере России – это строительство причала, порта для компании «Новотек», проект «Ямал-СПГ». Этот объект уникален тем, что выгрузка модулей осуществлялась весом до 25 тысяч тонн расчетно и по факту было 16 тысяч тонн. По сравнению с традиционными методами строительства, применяя наши технологии, вы получаете высокую скорость, надежность и, самое главное, это отсутствие ремонтных и поддерживающих работ во время эксплуатации. Данная технология называется трубошпунт. Ну, на английском это звучит как pipe sheet piles. Для Ирана мы считаем, что при таких амбициозных проектах, конечно же, необходимы инновационные материалы. Без них никуда не сдвинуться. Особенно, что касается, как упомянул предыдущий спикер, это развитие портовых сооружений, также проект транспортный коридор «Север-Юг». И можно, конечно же, упомянуть, это Каспийский Персидский канал сквозь Иран, 700 километров. Очевидно, что невозможно построить данное сооружение, используя бетон или цемент. И без технологий трубошпунта, металлических конструкций здесь не обойтись.
Одним из преимуществ наших является то, что мы производим эти конструкции на двух наших заводах, и один из этих заводов находится в идеальной логистической схеме непосредственно в городе Самара на реке Волга. И примерный срок доставки груза по воде через Каспий составляет 30 дней. Конечно же, в конце мне бы хотелось бы добавить, что тот опыт, который мы потратили, то время, которое мы потратили, чтобы добиться производства и признания инновационных материалов в нашей стране, позволит добиться успехов как моей компании, так и реализовать такие сложные проекты, которые мы реализовываем для наших мощнейших корпораций в России. Мы открыты к сотрудничеству, к диалогу, и еще раз спасибо за организацию прекрасного мероприятия. Алексей Гончаров, спасибо. Я еще раз благодарю всех участников. Я надеюсь, что такие форумы будут приносить больше пользы, и мы будем встречаться чаще, так что представители Ирана приглашаю в Россию. Вот. Ну что ж, это был круглый стол «Промышленное сотрудничество как драйвер инновационного развития Ирана» при поддержке Министерства промышленности и торговли России. Еще раз всем спасибо, хорошего вечера.